Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Мелочи жизни», в которой мы расскажем, как правильно ходить за покупками и где можно отлично провести время всей семьей. В эти сырые ноябрьские дни, конечно, лучше всего проводить время где-нибудь в помещении. Например, в кафе с чашечкой ароматного кофе. А еще, чтобы холода вас больше не беспокоили, лучше отправиться за покупками. Мы подскажем, куда. Вы уже бывали в магазине «Смешные цены», который работает в торговом центре «Галерея». Если нет, мы с удовольствием расскажем вам о том, какой ассортимент товаров там предлагают. Магазин «Смешные цены» приглашает за покупками к зимнему сезону. По низким ценам вы можете приобрести здесь как верхнюю одежду, так и обувь. Причем одеться можно сразу всей семьей. В продаже вы найдете одежду и обувь на любой возраст. На днях в магазин поступило большое количество одежды осеннего и зимнего ассортимента. Вас, несомненно, порадует хороший выбор пиджаков, кардиганов, спортивной одежды, джинсов и толстовок. А посмотрите, сколько уже здесь теплых пальто и курток, как женских, так и мужских. Такой выбор порадует и молодежь, и людей старшего возраста. В детском отделе синтепоновые и меховые жилеты, куртки из непромокаемых материалов с модными принтами, которые так нравятся детям. Заботливые родители будут довольны, ведь дети растут так быстро. Но умеренные цены в этом магазине не образуют брешь в вашем семейном бюджете. Приходите и убедитесь, как для мальчиков, так и для девочек здесь широкий выбор разной одежды. Мужчин порадует широкий ассортимент джинсов и брюк. Наконец-то и для сильной половины человечества брюки не ограничены одними-двумя цветами. Мужские толстовки и рубашки разных цветов и оттенков. Пуловеры. На вешалках полно всего. И что еще приятнее, в наличии всегда большой размерный ряд. Не стесняйтесь спрашивать продавцов. Вам помогут найти нужный размер и нужную модель. И вы только взгляните, сколько здесь пар обуви. Спортивных, классических моделей. Точно можно найти здесь пару-другую отличных ботинок или сапог. Дома тоже хочется выглядеть хорошо. Приятные ткани домашних халатов и костюмов придутся по вкусу каждому. И вы с удовольствием будете носить их дома. А еще можно окружить себя в быту и приятными тканями. Хлопковое полотенце, красивое постельное белье, пледы и покрывало. А восхитительные комплекты нижнего белья порадуют самых взыскательных покупательниц. Кроме того, здесь большой выбор чулочно-носочных изделий. Персонал приветливый, консультанты вам с радостью помогут подобрать нужные вещи. Что касается цен, то они на порядок ниже, чем в других магазинах. А пополнение ассортимента очень часто. У нас поступление каждый четверг. К нам приехали теплые вещи. Ну, все готовимся к зиме, как от детского, так и до взрослого. Ну, как говорится, как от маленьких размеров, так и до больших. Много разных интересных моделей, как и курток, как и костюмов всяких, ну, вот теплых, джемпера, толстовки, обувь пришла. Также есть зимние кроссовки, как на девочек, так и на мужчин, на мальчиков. Ну, детской обуви тоже там достаточно. Были поступления головных уборов, шапки. У нас есть скидочные карты. Каждому покупателю она предоставляется и действует на каждую покупку скидка. Приходите и выбирайте. Хватит всем. Как известно, любой дом или квартира начинается с входной двери. Но какая бы хорошая дверь ни была, важна и фурнитура. О том, где приобрести качественную фурнитуру, смотрите в нашем сюжете. Сразу ли вы задумываетесь о фурнитуре, когда выбираете дверь? Ведь эта деталь не менее важна самой конструкции, и к ее выбору и покупке стоит отнестись серьезно. Обширный выбор замков и фурнитуры предлагает специализированный магазин, в котором об этих необходимых атрибутах каждой двери знают все. У нас есть замки, фурнитура. Предоставляем мы своим покупателям от эконом до премиум класса. В ассортименте у нас представлены велосипедные замки, свадебные замки, навесные замки, замки для калиток, ручки для калиток, также гаражные замки, замки на входные двери, а также у нас представлены почтовые ящики и ручки для межкомнатных дверей. Так как мы работаем на вскрытии ремонта замков уже более 10 лет, поэтому мы уже знаем лучшие производители, и, соответственно, мы работаем только с ними. Правильно подобранная фурнитура улучшает функциональность и внешний вид двери. Компания может гарантировать надежность каждого своего товара. Если вы приобретаете здесь замок с установкой, то гарантия на товар до года. Без установки специалистом – до 6 месяцев. Обратите внимание, вскрытие и ремонт замков производится только в присутствии владельца.
Чтобы выбрать по-настоящему хорошую и надежную фурнитуру, не нужно тратить время на поиски информации о системах замков и их комплектующих. Достаточно выбрать правильный магазин. К слову, в этом магазине вы можете заказать замок и не выходя из дома. Сделайте фотографии двери, пришлите их по Вайберу, и мастер подберет вам нужный вариант. Кроме того, вы можете сделать заказ и на сайте. Также у нас есть сайт ziv.by, на котором вы легко можете выбрать то, что вам надо. И мы доставим вам его. Чтобы выбрать замок, который подойдет к вашей двери, нужно знать несколько критериев. Чтобы правильно подобрать замок, надо знать межосевое расстояние, расстояние бэксет и крепежное отверстие. Кроме замков, можете выбрать здесь и дверь. Входные металлические по вашему вкусу. Работа выполняется качественно и в короткие сроки. Мы предлагаем своим покупателям выбор двери по своему дизайну. У нас более 150 расцветок. Мы поможем в подборе надежного замка, так что ждем нас в магазине. В магазине замков и фурнитуры действуют различные скидки. Например, пенсионерам по возрасту минус 10% на товар и услуги. Так что приходите, выбирайте, и ваш дом будет под надежной защитой. Найти специализированный магазин легко. Расположен он на одной из центральных улиц города. Ну что ж, за покупками сходили, квартиру обустроили, теперь пора и отдохнуть. Мы подскажем, где можно отлично провести время с детьми в выходные дни, да и не только в выходные. Например, можете заглянуть в Зверополис и после работы. Что такое Зверополис, сейчас узнаете. Городским жителям и взрослым, и детям, несомненно, очень интересно познакомиться поближе с представителями фауны нашей планеты. Тем более сейчас, в период закрытых границ и невозможности поехать в отпуск. Контактный зоопарк «Зверополис» приглашает в гости. Это своего рода приют для большинства здешних обитателей. Кого-то выкупили из других зоопарков, кого-то даже спасли от смерти. Все животные, будь то хищники или птицы, дружелюбные и игривые. Только рептилии немного скупы на эмоции. Нет Полозов, нет новичка зоопарка крокодила Миши, который приехал совсем недавно. Проявления каких-либо эмоций мы не дождались. Ну что ж, они такие. Зато кролики, утки и куры, а также насухи, лисы и енотиха-тучка окружали вниманием сразу же, как только зайдешь к ним в вольер. Всех можно покормить и погладить. Насухи – те вообще без комплексов. Если у тебя в руках еда, сразу усаживаются на плечи. Такой первый опыт выезда оказался для минского зоопарка удачным. Находясь в Солигорске, их обитатели смогли посетить не только наши местные жители, но приезжали также гости из Слуцка и Любани. Мы работаем в Дворце культуры, находимся мы на втором этаже, работаем мы с 11 дня до 8 вечера, каждый день без выходных. Мы работаем только до конца ноября, и потом как бы мы переезжаем на свое основное место. Так что поспешите познакомиться с его милыми обитателями, которых можно не только погладить, но и покормить. Однако обращаем ваше внимание, что с собой приносить еду нельзя. Специально сбалансированный перекус для животных готовят прямо на месте. А еще именно сейчас вы можете попасть в контактный зоопарк по сниженной цене. Вторая цена у нас была 15 взрослых, 10 детских. Сейчас у нас стартует акция «Подписка на Инстаграм будет», то есть если подписываетесь на Инстаграм нашего зоопарка и Дворца культуры, знаете, скидка 20%. То есть получается 8 и 12 билет будет. Если вы еще не были тут, обязательно приходите. Масса положительных эмоций вам обеспечена. Надеюсь, вам было интересно все, что мы вам рассказали и показали. До встречи через неделю на Солигорском телевизионном канале.